улица Маколкова, Маколков Андрей Яковлевич, 1906-1976 год. Герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, прославленный капитал Травофлота. Маколков А.Я., инициатор скоростных свежих рейсов, конструктор нового трава. Как-то мимо не обращал никогда эту табличку. Ну, здесь вот у него крестов место. Такой вот был человек, сейчас с него названа улица. Она идет от кинотеатра Урманска и вот, кажется, последний дом. 50 домов. 600 чем-то. Давно здесь не был, открыли какие-то пекарни здесь. Добрых чем называется. Мы заходим в пекарню, смотрим, что там есть. Пекарня? Замечательный самокомняк такой вот. Наконец-то. Что? А лыжа бы прокатиться. Какая самая лыжная погода сегодня? Как раз по такому пешку. Очень здорово на лыжах. Это пугает, только видим окно. Вот. Кого тут не проходит, там пугает. Вот еще что-то сделали. Ага, сейчас фото. Сейчас зайти посмотреть. Давно не было в этом районе. Такой спорящий, и кормушка шли такой. А, это парикмахерская. Вот осочки. Фотографии всякие. Вот там документы, сувениры. Там магазин видишь, там раньше была почта. Почтовый участок. Никому не мешал. Было очень здорово. Надо было далеко ходить. На почту взяли, закрыли. Теперь все толкутся в одном участке. Средства из машин стоят все закопанные. Припорится, что ли. Никому не нужные машины оставили. Раньше. Был ей гараж. Поставили в гараж. Стоят, никак не мешают. Сейчас стоят тут. Вот машин. Видно, что никто не пользуется. Удивительно. Сегодня середина недели. Рабочая. Там бы раньше на водочный магазин закрыли почему-то. Такое место хорошее. Ну там по-детски купали. И вот если там не продавали, то просили дяденьку. Купите нам. Деньги давали. Нам покупали. Конечно, редко это отказывали. Когда продавщицы отказывали, дяди не отказывали никогда. Ну, практически. Вон там шоколадный мир, кондитерские изделия.
Пойти что ли зайти? Посмотрим, что там. Сочка, кстати, вон стали продавать, опять возобновили. Какое-то время было закрыто производство. Сейчас ты купил, другой спортивный был. Ну, через время еще раз купил. Ничего, вполне. Особенно сорт советское, кольское советское. Оно, особенно разливное, вообще неплохое. Сейчас зайдем сюда. Смотрим, что здесь. Вот здесь ни разу не было. Не знаю, как звук будет. Что? Веду этот район, я на ночь. Что, такой магазин есть? Евророссовский. И рядом это, парикмахерская. Старинная, старинная. Я еще мелкий был, ходил у нее подстригаться. Сейчас, конечно, я не хожу в парикмахерскую. Интересно. А, вот вход остался. Думал, что закрыли магазин. Смотри, она сильно вода сейчас. В общем. Пойти что ли зайти? Переделать? Ну, другой. Совсем другой был. Вырез. Касса, прилавки есть, за что можно было брать. Был магазин констоваров. Довольно неплохой магазин. Мы туда любили заходить, что-нибудь покупать. Архив, я не помню, что основки были. Вот наша музыкальная школа. Номер 5. Одна из лучших. Вот. Есть кредиты. Тут даже есть кредиты для
Глуховидящих. А это те, кто не видят, они пальцами читают. Так вот проводят и читают, что здесь написано. Вот они могут видеть. А помощь. Что это? Это буквы такие. Ого. Это невидящие, они проводят и считывают информацию пальцами. Вот которые. Вот, смотри. Вообще не видят, которые. Есть такие люди. Вот будете много играть в игры? Тоже мы будете. Не, да. В таких очках ходить. Строго. Так. Раньше ты вот машины не было, и мы использовали в качестве горки катались. У нас все время было заледневшее, и мы на линолеуме, на картонках, на всем подряд подкатывались. До этого здания тоже раньше не было. Вон там, вряд ли видно, что Нюрнбергский. Раньше был продуктовый магазин овощной. Там затаривались. Ребята здесь нет. Написано, что помогут с коляской. Коляска. Но прельбик. Нет, интересно. Кто будет вытаскивать? Здесь тетя же. Здесь был тоже раньше продуктовый магазин. Потом был магнит. Там еще что-то было, какая-то. Там какой-то игровой был клуб. Сейчас стоит просто пустой. Века у нас. На месте аптеки не помню, честно, не помню даже, что было. Вот гостиниц, вряд ли видно. Это сеть белорусских магазинов. Их у нас в городе очень много. Не знаю. Настоящие там белорусские сыры продаются, например. И молочные продукты. Сомневаюсь. Город наш как преобразился. Если что будет 10 лет, через 20. Пример. Вот идет, где написано рыба, там продают продукты местного происхождения. Оленину даже. Очень много всего из оленины. Посуду оленячую. Все, что угодно. Единственное, что здесь осталось, это портон. Вот портон как был, так он и есть. А нет, вру. Раньше здесь был тоже продуктовый магазин, потом протон как сделался, вот я скажу, так и остался протоном. Евророс, он там вдалеке виднеется, он был и провизион был, потом Евроросом, а до этого он был стекляшкой. Полтинник мы еще называли его.